Так, сохраняемся. Я чисто не... Это наш? Походу, не наш. Куда он стрелял? Да, куда-то. Почему я не могу его освободить? Вопрос. Значит, это не является моей задачей? Правильно? Господи, слава богу, это просто банка. Лол, я обосралась, что это гранат какая-то. Наверное, лучше деревня пустница, чем эти змеи. Да, да, да. Для меня, наверное, самое ужасное, что может быть во сне, это... У меня было такое пара снов, когда я лежу в кровати, и вокруг все кишит в змеях. И я, типа, там, на змеях, на мне змей. Это, боже, это самое ужасное, что вот, наверное, может мне присниться. Это пиздец такой. И мне такое вот за всю жизнь, наверное, снилось, ну, раза два. Вот. Ну, может, три. Это ужасно, конечно. Так. Тут вроде дом какой-то будет сейчас. Это в меня стреляют? Сучара драная! Как они меня увидели? Че они меня обзывают сучарой драной? Что за фантазии влажные у них? Самое жуткое было, когда я сонный паралич ловила. Я вроде так-то конкретно без фобии пауки змеи. Ай, блин, он далеко. Мне надо отхилиться. Ай-яй-яй, в жопу стрельнули. Блин, ну вот я про сонный паралич слышала. Но, слушай, вот когда же ты просыпаешься, у тебя сонный паралич. Ты же дышать можешь. Бандитов можно убивать. Я не разбираюсь, кто из них бандит, а кто нет. Вот в чем прикол. Поэтому я просто никого не убиваю. Где пушка твоя? Дай себе натяни, козел. Ай-яй-яй. Мне вроде сюда надо. Даже мне надо. Да. Ну, ты идешь чи не идешь? Так, это кладбище вроде, да? Да, вот, мы можем через кладбище пройти или его обойти. Но я так понимаю, мне надо через кладбище.
Ребята, не поминайте лихом, если что. На совете меня с подачи Ромыча прокатили, но Толик же перед смертью успел сказать, что отогнал хозяина от лагеря зажигательной бутылкой. Сколько еще наших должно погибнуть? Сколько мы будем бегать от этой твари? На совете я промолчал, но тут скажу. Ромыч, ты трус. Я прогоню хозяина или погибну, и тогда знай, что ты своей трусостью убил двоих вожатых. Вот, конечно, крыся. Этот Ромыч. Так, ну получается, сюда мне надо идти, да? Вот бы похилиться какой-нибудь хилочкой. Маленькой такой хилочкой. Что-то я слышала такое. Или это мне послышалось? Так, ну тут ничего нету. Драться с медведем надо будет, да? Понял. Блять, переехал меня козёл! Ой, я промазала. Бежит, блядь, лавочка! Пять минут полет нормальный. Блин, что это было вообще? Ай. 11 из 10 просто, да. Я сделала клип. Я даже не знала, что так можно, но вы теперь знаете, да. Офигеть. У вас один пропущенный. Ай, пушка, конечно, говна. А что, интересно, дамажит больше? Пушка или арбалет? Наверное же пушка должна. Так, стоп, у меня тут это. Ага. Космическая программа. А-а-а. Кармическая расплата, то за шо? Он сносит, я понял вас. Бежим! Ой. Все? Нет. А у меня нету? У меня, кажется, больше нету. Ё-моё. Но он убежал. Я справилась? Кажется, нет. Он...
Куда он? Жизнь меня аж трусит. За шумишку-то? Ну, он напал первый. Хотя вообще я бы на него не нападал, он вроде меня спас. Мне бы хилочку. Алёша, доложите обстановку. Прием. Ну что там? А чё? А, он не может выйти на связь, да? Там хотя бы как-то пукнуть там в рацию. Не, не может. Вроде ж связь есть, даже если он и не мой. Как вы, пукнуть-то он может. С ним можно было подружиться, ты уверен? Так, чего? Тут вот что-то можно было лутануть, вот. Так, зарядочку, давай. Ну вот это можно включить. Почему ты не включаешься? А, наверное, нету света. Станок! О, господи, это же станок! Чудо! О, чудо! Да нет, ну не совсем же закрыть. Ой, господи, Суся. Ладно, я хотя бы пушечки себе сделала. Так, сейчас мы пушечки почистим. Почистим пушечки, да, почистить. Так, что тут еще? Ну вот это, но я не буду это ставить. И вот это тоже я не буду ставить. Так, вот это вот надо почистить. Так, вот это почищено. Это все вроде не надо. Так, вот здесь, наконец-то, мы добрались. Так, значит, аптечки 5 штук. Патроны все есть. Значит, вот здесь есть болты. Ну, болтов больше не надо, а вот разрывных я бы бахнула. Давай 20 штук. Нормально? Нормально. Так, коктейль Молотова. А, я больше не могу. Вот говно. Блин, вот это говно, конечно. Прям говнистое говно. Очень говнистое говно. А чё, с Мишей реально можно было подружиться, чи не? Или вы меня разводите? Скажите правду. Не обманывайте меня, чат. Не будьте так жестоки. Подожди, стой, там же радио. Чужак, опа. Замри. Вот мы и снова встретились. Хотя ты, небось, не помнишь, кто тебя из воды вытащил. Меня, кстати, Олей зовут. Здорово, Оленька. Ты ничего такая? Это не ты сейчас хозяину леса трёпку задал? Охотники наши с ним давно не связываются, а ты его вон как отделал. Силён. Замок заржавел. Вот сволочь. Прости, учитель. Твой друг Лёша уже на дамбе. Сказал, командир ваш ждать не будет, так что времени у тебя немного. Прости, проводить не смогу. Сегодня на совете пираты заявили, что нападут на ваш поезд. Но без меня они и созывать совет не имели права. В общем, придется, как всегда, вправлять им мозги. Но пока у меня есть время рассказать, куда тебе дальше. Так, ну света, я так понимаю, нету, да?
Просто, ну, здесь вот эта вот штука, которую явно надо включить, и я так понимаю, она, наверное, работает от света. А света типа нету, нужно сюда что-то, наверное, залить. Без машинного варенья ты с ним не подружишься. А, господи, машинного, малиношного, я поняла. Машинного. А, вот сюда надо идти. Так. Тут можно вниз спуститься, а тут До можно дамбы сюда можно пойти. добраться только на лодке. А они все в лагере на болоте, у пиратов. Они, понятно, делиться не захотят, но это не повод стрелять. Кровь никому не нужна, так что просто не попадайся им на глаза. Иди по дороге до завала, спускайся к болоту и ищи пристань. Там и мы с Алешей лодку одолжили, прости, учитель, но остались еще, так что разберешься. Ну, чужак, удачи. Смотри, не заставляй меня жалеть, что я вам помогла. Канистру поднять? А Леша, где я ее привет. найду, канистру-то? А я тут Песни еще петь? побуду. Ну, на Надо за гитаре могилу можно учителя бахнуть. приглядеть. А, это могила учителя? Охренеть. Что, решил передохнуть перед рывком? Это правильно. А я задумалась тут. Как хозяин тут по соседству шататься начал, наши редко ходить стали. Хотя все равно не забывают, конечно. Учитель ведь вырастил всех, в лесу жить научил. Без него нас давно бы уже. Вот девочки каждый день, считай, и бегали. Да и ребята пробираются до сих пор. Даже Ромыч наведывается. А ведь это из-за него учитель тогда ушел. Мы всем отрядом в поход по реке пошли. В лагере только дежурные оставались. Вернулись. Канистра там. В смысле, А где там там? бандиты побывали. Скажите конкретнее, Как пожалуйста. вспомню, комок в горле. Еще и нас доджат. Да Даже как рассказать не это? могу. Я в упор не вижу канистру. В общем, мы с младшей группой, как выплакались, смотрим, учитель могилу роет. А На Ромыча с полу. остальными Сейчас старшими гляну. Сейчас мальчишками вернемся. и след простыл. Так, на полу была Ну, мы канистра. учителю помогли. Зарыли наших. Уже стемнело. Приходят и садятся у костра. Ромыч в крови весь, одни глаза да зубы видно. Долго молча сидели. Потом начали рассказывать. Видимо, да, не заметила совсем. Пошли по следу. Не сбились ни разу. Бандиты прятаться и не думали. Подождали, пока те напьются, и из луков их. А подранков Ромыч ножом, как оленей. В комнате. Хорошо, сейчас вернемся. Сейчас она историю да расскажет. Учитель слушал, слушал. Я смотрю, у него подбородок дрожит, как сейчас помню. Так и не сказал ничего. Да они и сами все поняли. А утром ушел. Сюда, в церковь. Сначала вообще ни с кем не разговаривал. Но мы с девчонками все равно его навещали. То малины принесем, то совета какого спросить. Понемногу оттаял, но как другой человек стал. А я пропустила историю-то после того, Молчаливый как они не такой. отпустили сдавшихся. И старших так на порог и не пустил. Хотя на письма отвечал. Нам, кто к нему приходил, все говорил, что надо быть совестью остальных, раз у них своей нет. Не давать им совсем озвереть. Но как ты не дашь? Они же не унимаются. Назвались пиратами. Устроили себе отдельный штаб на затопленной Ага, лесопилке ща глянем. в болоте. А потом и бандитов на столбах вешать начали. Как на мачтах. А как-то поймали десяток живьем и всем мальчишкам испытание придумали убивать этих. Из наших никто не стал. Они их трусами обозвали и с собой на разведку брать перестали. Так, в общем, пионеры и появились.
Это сейчас как-то успокоились все. Совещаются, хоть обсуждают что-то. А тогда от имени учителя только мы с Людой, получается, на совете выступить и могли. Все? В конце концов, Люда с несколькими парнями собрались и ушли. Интересно, как они там? Нашли лучшую жизнь? Я до сих пор радио слушаю, надеюсь, что выйдут на связь. Так, ну вроде все, опять сохранилось. Еще что-то скажешь? И учитель надеялся. Но надолго его не хватило. Ушли они в июле, а в сентябре он застрелился. Ничего себе. Только тогда до Ромыча дошло, похоже. Успокоился немного. Часть старших к пионерам перешла. Главное ведь всем вместе держаться. Вот. Но а меня теперь на советах слушают. Я ведь, если что, и по шее могу. И не потому, что девочек бить нельзя. В честном бою не в счет. Только в честном бою я одному Ромычу и проиграла. И то он неделю с заплывшим глазом ходил. Ха. Так что и он меня уважает. Да, пауза напрягает. Но, скорее всего, тут не обязательно ее слушать, но интересная история. Он у пиратов главный после Ромыча был. И с лесопилки уходить ни в какую не хотел. Мол, если уйти, твари всю долину сожрут. Но радиация все время росла. Ромыч сам дозиметром проверял. Так что на очередном совете Ромыч с нашими вожатыми адмирала разгромили. И пришлось пиратам новый форт у берега строить. Там пока жить можно. Не, под грибами наоборот, но очень не такие активные. И со своими самыми отмороженными подручными на лесопилке остался. Так они там и пропали. С радиацией шутки плохи. Не зря учитель предупреждал. Ну и теперь без адмирала на совете против меня и рыпнуться, получается, некому. Так что я их сегодня успокою. Не волнуйся. Сейчас только с мыслями собраться надо. Не люблю я говорильню. А ты, если хочешь, дневник учителя послушай. А, ну, наверное, грибы разные, я не знаю. Он записывал понемногу, как знал. Да, 100 раз уже, наверное, слушала, и все равно... Подвели мы его. Подвели. Блин, нельзя грудь ее потрогать, нельзя. Все, ты наконец-то замолчала? Радио молчит. Моя последняя надежда — дать им позитивную цель, вывести из этого лесного тупика, оказалась миражом. Где же я ошибся? Как замечательные дети, талантливые, инициативные, смелые, честные, дружные, стремящиеся к справедливости, превратились в чудовищ. Конечно, я не Макаренко, но я сделал все, что от меня зависело, и даже больше. Вложил в них всю свою душу, всю жизнь. И чего же я добился? Создал общество мизантропов, уважающих только силу и по жестокости не уступающих отъявленным бандитам. Да, некоторые из них остались прежними, не поддались этой скверне и в конце концов ушли, и я отдал им все запасы горючего, но как же их мало? Большинство изменилось. Неужели в мире, превратившем даже безобидных животных в порождение ночных кошмаров, у человечества нет будущего? На что же нам остается надеяться? Стоит ли вообще мучиться дальше? Интересненько, интересненько. Ну, так, ничего. Канистра, да? На этом заседании совета я им напомню, что учитель в конце думал. Так, я вот так смотрю. А, вот она, лол. Она пустая, наверное, будет. Хотя, давайте попробуем. Никуда не денутся. О! Нормально, нормально.
чего учитель упырем не стал. Ну, вот так вот. И чё тут? Просто музыка, что ли? Да ну. И все, ради этого я возвращалась. Я думала, что-то интересное будет. Капец. Блин, не хватает. Так, химикатов не хватает, да? Я тоже думала, будет история, но что-то где-то нас обманули, короче. Где-то нас обманули. Так, тут опять раковина. Ну и вроде ничего. Так, а что мне и как и куда надо? Она сказала, что лодка где-то внизу, да? Лодка где-то внизу. Получается, мне нужно вот сюда. Там кино играет, походу, что за кино? А, группа типа кино. Так. Значит, мы спрыгнули. Что это, кальян? Лол, кальян, реально. Так. Здесь лежит вожатый Воха. Спас схваченного товарища, погиб в бою с мародерами. Понял, принял. Скорее всего, где-то здесь была фотка, наверное. Ну, ладно. Я тут, в принципе, фоток не ищу. Здесь лежит вожатый Димчик. Убил четверых бандитов в рукопашной, погиб от ран. Жесть. Здесь лежит вожатая Таня. Погибла... Блин, написано «спасая», я читаю «сосая». Прошу прощения, господи. Погибла, спасая младшую группу от стаи волков. Угу. Господи. Так, а тут что-то вообще непонятно кто, да? Так, тут я смогу спуститься? Походу, нет. А куда мне вообще идти? Не сюда. Куда-то вот сюда вроде надо идти. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Да ну! Это что за разбег? Капец! Вы нормальные вообще! Я в шоке. Стартануло, да, чисто с места. А что это был за разбег такой, я вообще не поняла. Да. Неудобно тут. Иди медленно, пожалуйста. Спасибо. Так, можно сюда, но там вроде ничего нету. А вон, кстати, лодка, походу, да? Так, это что тут? Пушка есть, да? А это вместо чего? Вместо арбалета? Да нет, давай просто ее разберем. Подождите, я, кажется, не то взяла, да? Блин, какой из них я? Хотя вроде вот этот я оставила. Ладно. О, вон там дерево какое-то. Ну-ка, хочу глянуть, что за дерево. Просто памятник типа чешу. Так.
Так. Тут беседочка какая-то. Берегите лес от пожара. Угу. Это можно лутануть? Нет. Понял вас. А вот это? А вот это можно. Замечательно. Замечательно. Тут чей-то кастрик. Кастрик, кастрик. Так. Люда, ты просто ничего не понимаешь. Если я не иду с тобой, это не значит, что я согласен с Ромычем. Он считает себя великим командиром, но даже ему не хватает ума назвать меня. Да, и никого из нас трусом. Хоть мы и ни за что не станем стрелять по людям. Я остаюсь, потому что бы иначе мутанты из болота прорвутся в лес, и тогда получится, что все наши жертвы, все труды и даже преступления, вся наша жизнь здесь. Все это было зря, потому что эти мутанты просто сожрут и загадят здесь все, и превратят наш в лес, наш общий лес, в свое логово. Ты назовешь меня психом? Пусть. Я псих, но я желаю тебе удачи и остаюсь. Алекс. Воды Байкальской. Ай, нет, вроде нельзя. Блин, что у них тут ящики с рыбой? Просто жесть. Рыбы завались. Так. Можно. Можно отдохнуть. Но мы уже отхилились, нам отдыхать ни к чему. Стоп! Тут где-то была пушка. Берем пушку. Это не лутается. А вот это тоже. Все вроде, да? Так, ну, нам надо вниз. Нам надо вниз. Нам надо вниз. Воу-воу-воу. Так. Вот здесь есть лестница какая-то. Так, тут какая-то остановка. На остановке обычно что-то есть полутаться, да? Но не в этот раз. Понял вас, принял. Так, болото. Там какие-то машины и, возможно, мост. Она мне как раз туда. Подожди, но я же видела лодку вот здесь внизу. Или она не считается? Блин, у меня так живот болит. Нахрена я пила энергетик, скажите мне? Это что такое? А? Не, я думала, тут пещерка потайная. Вон она. Да блин, ну путите. Ну что это такое? Да, локация вообще супер красивая. Но я так понимаю, я туда никак не доплыву, да? Скорее всего. Хотя... Куда идет цепь? Я не вижу. Непонятно, да? Так, давайте попробуем до пирса дойти. Вот. И если все будет оп, попробуем лодку взять. А если нет, то как бы пойдем на точку, где у нас отмечено на карте. Ай! Ну сможешь ты, мужик! Ты же сможешь. Мы, конечно, можем по низу пройти, но что-то я не уверена. Мне надо здесь идти. Хотя здесь полегче. Ну, куда ты? Нет! Почему я не могу идти прямо? Лол, у меня какие-то траблы с тем, чтобы идти прямо. Ну давай! Ну, мужик! Ну что такое? Видимо, мне не сюда, хотя нет, смотрите, я смогла. У-ху! Я смогла! Нет, не смогла, меня что-то опять не пускает. Да ёб твою мать-то! Да что такое? Видимо, в эту локацию как-то по-другому надо зайти. Ой, боже мой! Да, давай, расхерачь тебе себе тут все.
Да, игра не пускает. Да мне там обойти надо, там, походу, вход с другой стороны. Так, тут вот вроде этот. Что, устал? Отсюда! Ты че не пускаешь-то? Господи. Тут вон пещера какая-то. Что за пещерка? Да какая аптечка? Отстаньте. Что у тебя за трудно? Ну вон же, ну пещерочка. Дырочка маленькая. Давай в нее, малыш. Тебе должно понравиться. У меня сейчас Чуви проснется. О-о-о-о-о. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ну, малыш! Малыш, давай-давай, малыш, давай! Сука. Ну, почему? Во, хорошечно. Опа! Бачили-бачили такое, а? А что такое ножик какой-то? Вот, почему нельзя этот ножик взять? Он так шикарно стоит, я бы его взяла с удовольствием. Так, тут вроде ничего нету. Тут главное, чтобы змеи не было, окей? Пожалуйста. Очень вас прошу. Зажигалка. Ну давай зажигалку бахнем. По мне лезут! Сукины дети! Рот ваш наоборот, блин! Извините, они меня просто так бесят очень сильно, не могу. Прям вот тут по мне лазят скоты такие. Так, вот там вот есть дырочка одна. Тут ничего нельзя утонуть вроде, да? Вот сюда можно зайти. А что здесь? Вверх. А что здесь? Ничего, здесь можно наверх. Ить. И в конце змея. Опа. Опа. О, гроб. Здрасте. Нормально. Нормально, нормально. Так, ладно. Мне нужно пройти вот тудой. Вот так вот, да? Получается, нужно пройти. Давайте сейчас глянем, как мы туда можем пройти. Вот так. Угу, вот так. Я сейчас приду, короче. 5 минут дайте мне. Руина, 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 такая ты руина.
Я тут, здрасте. А вы тут? Мне кажется, ли она круг сделала? Ну, нет, я пошла... Ой, это мне не надо. Я пошла по сокращенному, просто... С другой стороны. Просто с другой стороны пошла. Я тут узнала про деревню, что каменные дома с утеплителем снижают расход дров у жителей. А, видишь, как классно. Так, ну снова сюда я не пойду. Спасибо. Итак, обойдемся. У него какие-то проблемы с подниманием по лестнице. Так. Вот начинается забор. Вот сюда меня уже не пускает. А где здесь должно пустить так-то, блин, ты, ёпарасоте? А, это деревня, которую я обошла. Ну ладно, давайте попробуем вот здесь. Пустит ли меня или нет? Вот, бля, тут тотем какой-то. Вот они, лодки. Лодку можно взять, вроде руина, как. Это руина, руина, такая ты руина. Почему я руина? Объяснитесь. Лагерь пустой. Где же эти местные, про которых братки терли? Полей нет, ничего нет. Ой. Господи, а где оно? Вот. В лесу, что ли, прячутся? Тогда чего с ними возиться? Ну, главный сказал, пошли. Комарьё накормили досыта и ни хрена. У реки стрельба. Мы все туда, а там рыжий оленя завалил. Так бы и залепил похари, урод. Вернулись, хоть закуска будет. Утром не досчитались двоих часовых. Опять в лес искать. Нашли наших, прибиты к деревьям стрелами, горло перерезано. Ну, суки, теперь мы точно знаем, что вы здесь. Пропала группа рыжего. Они шли к церкви. Там внизу хутор был. Вот, вот вы, значит, где прячетесь. Ну все, суки, допрыгались. Подыхать будете долго. Чего там? Не кусай котиков от злости. А он моет, да, моет. Ой, ля, топор в спине, охренеть. Так, ну это не лутается. Короче, я просто вернулась, где был обход, да. Лодку здесь нельзя взять. И до той, скорее всего, тоже нельзя доплыть. Хотя странно, на этой лодке на самом деле можно доплыть вполне спокойно. Ну ладно, чуть-чуть сделала крюк, зато нашла записку. Так, сохранимся. Но я не думаю, что я туда доплыву. Очень сильно сомневаюсь. Прям очень-очень-очень. Ну давай. Нет? Чё, в обход идти через деревню? Ёк-макарёк. Вообще не туда идёшь. Блин, прапор, ну ты в уши долбишься. Или специально пропускаешь пол стрима.
сучара! Да сам ты сучара. Блин, вальнули с одной этой. Я долго молчал. И чего? Это же не мои проблемы, что ты долго молчал, правильно? Так, давайте бахнем все-таки аптечку, чтобы добежать, да, если по нам будут стрелять. Только меня покатать, сразу маслина нафаршируется. Блин. За забором, пацаны! За забором ушлепок этот! Да смотри, ушлепок. Так, а вот сюда я пройду или нет? Мне кажется, нет. А пушка где? Да сам ты, сучара пробитая. Что это за жаргон вообще такой? А! Ах ты, падла! На тебе. Так, есть тут что? Блин, тут даже полутать нечего. Не-не-не-не-не-не-не, в жопу иди. Так, я опять не туда пошла. Да что ж ты сделаешь? Куда я изначально вообще шла, что я попала к церкви? Мне кажется, я не туда иду. Я не могу вспомнить, куда я ходила, что я тут, там... Я как-то... обогнула их, пробежала и попала к церкви. Потом я вернулась обратно, проверила пирс, и теперь не могу попасть туда, где была. Печалька, конечно, печалька. А по бережку я, наверное, не смогу пройти, но давайте попробуем. Вряд ли, скорее всего. Давай. Ну давай, ну чё ты, блин, сучара? Ты чё, сучара пробитый, а? А ну давай! Привет, Димолик! Ой, блин, не, походу, не. Да что ты? Опять. Они сегодня переборщили с годным аниме слишком много. Да там и вчера хорошечного было много. Мне понравились парочку, даже могу сказать, какие. А, так... А, значит, мне понравился «Принц демонов дома Мумати». Неправильный способ использования исцеляющей магии. А, нежелательно бессмертный авантюрист. Сасаки и Пи. А, ну вот другой мир не может сопротивляться там чему-то там сомнительно. Ваня мне советовал «Раб спецотряда демонического города». Тоже неплохо, мне понравилась там женщина властная, которая всех на цепь сажает. Вот, очень мне нравится. «Подземелье вкусностей» тоже хорошее. А, вот по поводу Ишура и «Становясь волшебницей» у меня сомнения. «Добро пожаловать в класс превосходства». Ну, не знаю. Низкоуровневый персонаж Тамадзаки. Не мое. И все вроде, да? А, я делаю все возможное, чтобы чувства типа животных там или что-то там были засчитаны. Вот, вот они кайфовые, короче. Кто такой Сасаки? Это чувак, который завел себе птичку, а птичка оказалась магической. Вы по одной серии смотрите? Да. Так, это мне не надо. Вот, поднятие уровня в одиночку вышло. «Магия и мускулы» второй сезон. Хочу еще посмотреть «Любовь с кончиков пальцев». Хорошая. Нормально ты тусишь. «Сказание об обручальных кольцах» еще норм. Ну, надо глянуть. А, ну все. Получается, сегодня только раз, два, три, четыре вышло. Четыре вышло, да. Это теперь такой тупой хайп у них называть манги 10 словами. Это, кстати, да, это вообще пипец. Названия бывают супер длинными.
Значит, смотреть по воскресеньям буду. А что по воскресеньям? Поднятие уровня через 4 часа. В смысле? Она уже вышла. Алло. Ты чего? На аниме Вости уже появилась. Сейчас я точно гляну. Да, уже на аниме Вости первая серия поднятия в одиночку есть. Или ты ждешь какой-то определенной озвучки? Синего экзорциста еще на аниме Вости нету. Но если он сегодня выйдет, вообще кайфово. Я люблю синего экзорциста. Так, куда же мне бежать? Куда податься? Пробегу сюда, чтобы не стесняться. На тебе! Еще тебя лутану и убегу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! И тебя, на тебе! Поломаю тебе голову. Ай, не стреляй, батюшка! Да писюн ты свой прижал максимум. Так, вот сюда, кажись, надо идти, да? Вышел? Угу. Ну, короче, надо будет глянуть, да. Я просто сегодня аниме смотрела, чтобы вы поняли, до 5 утра. Здравствуйте. Ой, до 6 даже. А уснула в 7. Ну, типа, это как-то вообще жестко, я считаю. Так, мне нужно спуститься вниз, да? Угу, угу. Вот туда мне нужно спуститься, вот там лестница есть. То есть мне нужно дойти до той остановки, где я была, и пройти дальше. Понял, принял, все, идем. Надеюсь, мне не попадется снова медведь. А почему без меня смотрела? Ну, а где ты был? Ты где шлялся-то, а? Пришлось без тебя смотреть. Что, тебе ждать, что ли, 3 года? Мало ли, где ты там ходишь. А китайские аниме смотришь, которые 3D? Ну, они разные есть, но вообще, да, смотрю. Я и дорамы смотрю, корейские, китайские, и те самые, и анимешки, но там не все нормальные. Вот, есть нормальные, есть не очень, короче, такие... Так, мы опять сделали кружок. Сохранись. Ну да, сейчас. А где тут можно было поспать? А, возле остановки, кажется, там беседка была. Угу. Сейчас мы все сделаем. Тут же поспать нельзя нигде, да? Вот что опять с фэпусами? Беда какая-то с фэпусами, вообще не могу. Так, там же негде поспать. Ну, негде, да. Так, давай-ка это... Быстрое сохранение. Угу. Так, идем вниз. Боевой континент. Боевой континент, что-то знакомое. Мне по названиям просто очень-очень трудно. В том плане, у меня память, как у рыбки Дори. Вот, мне надо посмотреть хотя бы заставку, и тогда я тебе могу сказать, ну, смотрела я или не смотрела. Так, мне нужно вот сюда, да? Вроде как. Нет, не сюда. Где там этот выход? Ладно, давай похилимся, окей. Зачем я похилилась? Там же поспать можно было, господи! Подождите, я могу... Это быстрая загрузка. Давайте. О. Хилки у меня сейчас очень-очень-очень ценные. Та-ра-та. Я на Ями аниме смотрю, там нет еще. Сейчас на английском посмотрю, может, уже где-то есть. Угу. Нашла на английском. Блин, на английском аниме, блин, я не знаю. На японском с субтитрами, окей, можно посмотреть. Но на английском, мне кажется, это вообще извращение какое-то. Хотя, может быть, для кого-то также и те самые... на русском также аниме тоже извращение. У меня даже среди друзей есть люди, которые такие... Ты смотришь аниме с озвучкой? Иу! Ты что? Как ты можешь? Попробуй с субтитрами. А я не могу, короче, одновременно и смотреть, и читать, потому что я просто тупо читаю, я не смотрю. Меня это так бесит, я не могу. Фу, капец. Асимус обслюнявил ноги у Суси ноги. Иу. Иу. Так, вот тут, кажется, была беседка. О, в меня кто-то плюнул. Так, вот здесь сейчас мы поспим. Угу. Ложись. Ложись. Нахер эти субтитры, ну да. Thank you.
Там тебе губы обслюнявило, ты пропустила. Да они там все что угодно мне слюнявят. Да, Сарнатурон, у нас тут могут снимать штаны, кусаться, лизаться за разные места, поэтому будь бдителен. Береги себя. Потому что это волчья стая, они как бы, да, они могут сделать с тобой все, что захотят. Так, ну мне вроде сюда же идти, да? Или нет? Да, вроде сюда. Фэпосов дайте! Почему 30 фэпосов? Подождите секунду, я не могу так уже играть. У меня скоро глаз начнет дергаться. Где тут вот эта штука? Так, панель управления NVIDIA. А, так, управление параметрами 3D. Так, программные настройки. Так, мы выбираем Metro Exodus. Максимальная частота кадров. Включить 120. Давайте. При 120 вроде не должно лагать. Так, фонового приложения включить будет 60. Все, нормально. Применить. Я не могу. Какого хрена оно падает до 30 фэпосов? И все дергается нахрен. Нормально? Нет, 40 фэпосов. А что у меня в настройках что же стоит, что ли? Что я понять не могу. Весинг, авто, качество, размытие... Трассировка ультра, тесселяция, HDR. Что-то я не понимаю, DLSS. А где это было? Игра? Где-то здесь было? Залочить, типа, количество этих... Чат, скажите, что еще кто-то с оригинальной озвучкой и сабами смотрит, а не с озвучкой. Не-не-не, есть такие люди, есть, не переживай. Их много. Вот, просто, ну, я лично, я ничего не имею против этого. Единственное, что вот английская, как бы на аниме английская озвучка, это вот, ну, очень сомнительно. Японская, ок. Вот, и с сабами. Это да, это можно. Но мне ближе все равно озвучка, потому что я могу тогда смотреть видеоряд. Если с субтитрами, я не могу смотреть видеоряд, я читаю просто. Я смотреть стараюсь, а не дабы, но анкор там уже почти не осталось. А что, он закончил, что ли, озвучивать, или он свою сделал эту самую... Я не знаю, мне сейчас очень-очень понравилась озвучка. Это официальные ребята, которые делают для Кинопоиска. У них это две группы. Вот мне нравится Deep Anime. У них просто многоголосая, невероятно красивая озвучка. Это просто ты смотришь аниме и балдеешь. Ты просто балдеешь. И есть еще одна компания, как они называются? Студио Банда, наверное. Вот, у них тоже многоголосые, тоже очень красивые. Вот прям вот эти вот две супер. Но иногда я не могу дождаться как бы выхода, я просто на аниме-восте смотрю, и там обычно вроде один чувак озвучивает, но он там и девочек, и мальчиков озвучивает разными голосами, он вообще норм. Опа, Асимус попал на сабочку. Нормально, нормально, нормально. Deep, да, он пишется английскими, типа D-E-E-P. Вот. Вчера смотрел у подруги Трон, но там не все озвучены. Вот, да, Deep, вот так вот. Это вот они официально озвучивают, допустим, благословение небожителей на жаль, Кинопоиске. Жаль, конечно, этого добряка. Да, жаль его. Так, подождите, мы тут как бы стараемся найти, что тут нахрен случилось с моими кадрами. Где я их потеряла? Чё, кадры не увеличились, да? Также 40. Да почему? Что же с тобой не так?
Не, вообще ничего не улучшается. Не, ну картинка, кстати, стала приятнее, это факт. Но фэпосов все равно 46. Да почему, не понимаю. Ну ладно, посмотрим, как вообще играется с этим всем говном. Балдею от китайских голосов в небожителях. Когда новеллу читаю, представляю эти уже голоса. Ну это да. Я от Анкорда смотрел «Необъятный океан» и просто орал все серии. Блин, но он там вроде как раз с матюками и запретками озвучивает, насколько я помню. Я давно от него озвучку смотрела. У этого метро проблемы с правильным распределением по ядрам проца. Ой, да хер его знает, что там у него правильное и неправильное, но что-то как-то да. До этого было слишком много фэпосов. И я помню, мы специально ограничивали через NVIDIA его. И было все ок. Кто там? Hello, everyone. How are you? Fine, thank you. Oh my god! О май гад! Нормально, нормально. Это... о чем мы говорили? Я забыла. Так вот. И мы настроили, было все нормально. А тут я сейчас почему-то зашла, и у меня лог стоит на 30 фэпосах. Я не понимаю, почему. Я не понимаю, почему же так вышло? Забей и страдай, спасибо. Спасибо, брат! Спасибо, братишка. Так. В первой половине норм фэпоса, а потом говно. А, да? Все, нашел, кого я смотрел. Dreamcast озвучки. Dreamcast это Джема, что ли? Чего вроде принесла? Да. Да ничего, а кого? Слышал, чужака пионера поймали. Так, а я могу у них стырить? По-тихому, чтобы с ними не драться. Или я ничего не могу стырить? Вот есть лодочка. Мне кажется, я могу стырить. О, хорошечно так. Валим! Ай! No, God, no! Вам что, жалко? У вас этих лодок жопой жуй. Они же за мной в погоне не пошли. Так, а давайте похилимся, во-первых. Во-первых, похилимся, во-вторых, куда мне плыть? А, мне вот сюда в ворота? Они же меня там застрелят, алло. Вы чё? Там ты гад. Я не гад. Ай. Мимо. Хе-хе, косой. Вон там, внизу прятался. Что это? Проходит. А куда плыть? А, меня сейчас убьет! Куда плыть, блин? Fucking shit! Ай-яй-яй. А давай без этого, давай без этого. Давай вот... вот так вот, вот так, ага, ага, и вот так, ага, все. Ай, нет, 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 давай без этого, без этого. Так, хилимся, живем, хилимся, живем. Хорошечненько так, хорошечненько. Ой, не то сделала. Получай, получай! Да я лутаюсь, ты мразина! Сука, опять на те же грабли, ха-ха! Чё-то почему они не дают мне лутаться? Что это за враги такие проклятые? Просто ни одной лутинки не дают. Я просто развернулась к холодильнику. Там что-то можно было взять. Какую-то баночку огурчиков. А он мне взял, жопу прострелил. Пока я огурчики брала. Эля, кстати, мем про жопку драчёную — это Dreamcast. А, ну это неплохо, неплохо, да. Не, да много озвучек хороших. О, это что сейчас было? Такое интересное, не поняла. Так, получается... будем втихаря без лодки вот так, значит, идти, да? Ну, а чего он? Да сбежал!
И черт с ним, он просто не один был. Эй! На-на-на-на-на-на-на-на. Ой. А сколько времени? Полчаса стрима осталось. Отлично, я пойду смотреть мои анимешечки. Мои малышечки, мои урурушечки, мои хорошенькие. Куда ты? Положи пушку! Хотя подожди, у меня теперь три пушки? Да, у меня три пушки. Кайфовенько. Нормальненько, мне нравится. А чё, а всё? А чё, а всё, видимо. Ну ладно, пушку получили и на том спасибо. Так, чё, враги где? Арбалет? Угу. Блин, не, арбалет какой-то слишком громоздкий, не? Так, сюда идет враг. Но мне нужно, чтобы он был ко мне с жопкой. Я нападу на его жопку. Чат. Вы готовы? Что случилось? Плохо тебе? Мне норм. А тебе? Чужак, прячь, что такое? Эй, вон будка. Там есть что-то. Вот, сволочь. Их лучше не убивать, да, вроде? Охренеть, Асимус, ты обалдел! Тюрьму его! Быстро! На сисечку мою нападает. А я вот не помню, что я говорила. Мы сегодня любовь записываем или нет? Напомните, пожалуйста. Вот мы ночью сидели, обсуждали. Мы вчера не записывали, а сегодня записываем или нет? Так. Блин. Ай-яй-яй-яй, как неприятно. Не стреляйте, пожалуйста, я хиляться сейчас буду. Не стреляйте. Вот так вот. Да кто? Да не надо, пожалуйста. Ай, больно! Сукины дети. Вчера и сегодня без любви. Ты уверен, что я такое говорила? Просьба к тебе есть после стрима. Подпиши видео и шортс на завтра. А ты чё? А, у тебя ж интернета нету. Так, ладно, хорошо, сделаю. Так. Да писюн ты свой максимум. Прижал. Блин. Ну вот почему он опять его не бил? Ну что такое, а? А что, тепловизор анима? А я, кажется, его не установила. Мне сказали, что он мне не надо будет, наверное. Но это не факт. Когда не записывают, норм по любви. Как записывают, то плохо по любви. А это вот закон подлости. Нападаете, потом прячетесь и мамочку зовете. Что там? Асимус купил мем коин. Необходимо соединить сосочек моторчика с сосочком фильтра. Сосочки. Ай, подожди, в жопу стреляют! А где? Где враг-то? Лол, он же тут был. Куда он делся-то? Он убежал, что ли? Вот сыкло. А кто там? Подождите. Я не готова. Это моя маскировка, которую я на улице юзаю. Смотри, фигурка точёная, жопка ядрёная, уши. Попу мыл, да. Кстати, вы просили меня сделать аудио. Ай-яй-яй-яй-яй. Попу мыл. Я его не нашла для того, чтобы его сделать за баллы канала. Поэтому извините. Сделала, как бы что сделала. Попал в тюрьму, сразу мемы. Короче, ну а что, мы будем всех банить, чтобы они мемы покупали и ставили? Или что? Как-то это не очень, не? Так, где ты там стрелял? А, вон ты где, падла. Ну ты внизу. Давай вот... Да ну! Говнёк! Так. Вон тот дом! Чужак там был!
Ой, фонарик гаснет. Нечего тут бояться. Подумай, мемный стрим получится. Утонем в мемах. Да и хуй с ним, да и катись оно в пизду. Ну как так? Ну нет. Поп-поп-поп или не поп-поп-поп? Где враги? Вон он. Вот говнюк, я в проходе застрял, тебе повезло. Да это тебе на, получай. Так, хилимся, живем. Вот это, кажись, мне надо, да? Это фотка? Нет, не фотка. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Не ради денег же стримим, да. На стримеру хочется кушать всегда. Давай, со мной ты урон хороший, эти там каточек. Блин, кстати, Warframe кайфовый, но у меня в нем укачивать начало, и я перестала в него играть. А мне даже, помню, предлагали как-то и партнерку по Warframe, и кучу всего. Мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Так, а что я вот это сделала? Я открыла ворота. Там не Дискорд, там Скайп. Есть ли в ваших мемах звонок со Скайпа, а? Нету. 100% нету, потому что это помнят только алды. Как твой кот? Да нормально он. Он даже на удивление, у меня сейчас же гости. И он достаточно неагрессивно себя ведет. Я вон сейчас выходила, он там вообще на диване лежит. Как бы пацаны на кухне сидят, там что-то смотрят. Вот, а он на диване разлегся нормально, хотя обычно он с гостями даже в одной комнате не сидит. Ну, либо если сидит, то он это бьет их. Да, он настолько преисполнился, что ему стало походу похрену. Нет, это сообщение, а звонок? Звонок со Скайпа где? Ну вот он походу, да. Походу вот это он. Или это Дискорд? Блин, я уже не помню. Мазила третий раз? Ну, блин, Райдер, мсти ему, получается. Бла, я старый, Чирик. Так мы тут все старые. Скайп вроде? Вот я что-то не помню, я забыла уже. Так, ладно, поехали дальше. Итак, что я тут? Я тут ворота вроде какие-то открыла, нет? Получается, мне нужна лёдка. Лёдка, да? Лёдка. Лёдка! А, лёдка! А-оу! Это Асечка. Но я, кстати, Аськой не пользовалась никогда. Ну как, я и попыталась ей попользоваться, мне там очень нравились смайлики. Но я, короче, не это самое, ни с кем там не общалась, на удивление. Вот. Но сам звук Аськи мне всегда так нравился. Он такой кайфовенький. Такой ау-ау. У меня раньше стоял вот этот ау-ау на фоллоу, кажется. Так, теперь идем за лодкой. Так, давайте сохранимся. Ой, нет. Да, чуваки, ну, блин, бегите нахер, я вас не звал. Я вам сейчас жопу на глаз натяну, или наоборот, как там... О, тут фоточки, кстати. Фоточки. Это... Ой, админ Твича. Ой, ё-моё. Мы тут все нормально ведем себя, да, чат? Вы себя нормально ведете? У меня ID Аськи теперь пароли? Лол. Так, мне вот туда вроде надо было, да? Так, вон эти чепухи там. Получается, мне надо сюда.
А, ага, а как туда к ним попасть? Получается, вот туда надо. Туда надо. Я не в ту сторону пошла. Окей, идем к ним, идем. Сейчас я приду, ребят, ждите меня. Вот, мне вот сюда надо. Здорово! Подождите, стойте, не стреляйте. Да ну, у меня еще хп было, что ты врешь? Игра врет! Я скайп удалила, как Юра с Питера вернулся с учебы лет 7 назад. Но я просто с папой с Украины общаюсь там, потому что это единственное, что нормально работает и не блочат. Потому что по WhatsApp вообще невозможно звонить, а Viber через раз работает, вот, поэтому скайп мое спасение. Жесть, мне какой-то пень звонит. Телегу я ему, кажется, не установила, насколько я помню, вот. Кажется, не успела. Так, а тут есть лодка? Нет лодки? Как странно. Пам-парарам! А где лодка? Водка! Найди мне лодку! Я уеду! На Майорку! Нормально все. Нет, не зевай. Я сильная, я справлюсь, я не буду зевать. Ай. Какой он милаш. Пять хил. А у меня все, у меня нету хилок. Кайф, блин, ну что, вас убивать, что ли? Жалко же вас. Как папа, как здоровье? Да нормально все. Блин, надо подождать, может он отхилится. Блин, там еще какой-то чувак. Идешь? Да. Вон он, гад! Сука, нахрен я вышла, еще и сохраниться надо было. Знаю одну лодку, у Маши обитает, но эта лодка дырявая. Чего? Что? Ага, не знаю таких. Чего? Жесть, что-то там это... Что-то там... Чирик с Ваней выясняет отношения. В тюрьму они меня сажают. Еще. А что ты меня за сисю кусила? Что это такое вообще? Так, Чирик и Ваня, не надо тут ругаться, а то вас сейчас модераторы быстро усмирят. Так, идем вниз. Блин, как же мне, может, пробежать быстро? Или просто всех завалить? Я не понимаю, как быть. Говно, блин, а. Так, еще есть кто-то? Вон он один остался, да? У меня есть? Есть, хорош. Так, давай сохранимся. Ага, недоступно сохранение, понял вас. Так, ну по идее я всех завалила. Нет, не всех. Та ёпрсты, где ты? Сукин сын, ты меня заколебал. Вон там еще дальше есть, да?
Тут, кстати, корабль какой-то, можно на него зайти. А мне вообще куда надо? Мне надо отсюда уплывать. Я вообще просто на базе. А мне надо это проплыть. Так, ну идем лодку искать. Где? Вон она, лодка. Вижу. Все, сейчас на лодку садимся и уплываем. Я не буду всю эту базу зачищать. Мне это неинтересно. Так, стоп, тут можно полутаться. Дайте лутануться, ироды проклятые! Так, мне кажется, сюда надо, да? Что-то у меня лодку ведет как-то. Сюда же мне? Так, теперь сейчас мне надо правее взять. Давайте сейчас доплывем до ГЭС, и, наверное, на этом сегодня все. Так, это я доплыла, чешу? Чё-то не поняла. Да нет, мне кажется, я вообще не туда приплыла. Давай назад. Может, мне надо через это поселение проплыть? Да что такое? Я жопой не могу ехать. Асимус пиписька, откушу пипиську. Или, может быть... Блин, нет, я повторяюсь. Ну что ты не едешь задом? Когда на кусь. Так, поворот. Поворот! Вперед! Поворот. Да почему ты не поворачиваешь? Ой-ой-ой-ой, мазил еще соточка. Жесть. А чё, ворота закрылись? В смысле? Это как это? Я же выезжала, было все открыто. Ёпрсты. Так, подожди. Быстрая загрузка. Откусь-то нога, ты еще и не добились. Ха! Я вообще тебя на изи выманю. И устрою охоту. Я правильно плыла? Или обратно? Или обратно? Так, вот здесь вот надо разобрать. Где эта пушечка? Да хорош стрелять. Кстати, что тут в сортире есть? Ничего? Жалко. Люблю, когда в сортире есть лут какой-то. Вот не знаю, что это у меня за любовь такая. Да в жопу себе стрельник, козел! Да ну! На лодку к берегу, где зеленая, и там пройтись, типа, надо будет, что ли? Рейли? Ох, я думала, надо плыть. Там же сказали, что, типа, туда добраться только на лодке можно. А лодка, типа, у этих чуваков. Просто вроде как надо плыть вот тудой. Вот тудой надо плыть. Ой-ой-ой, бежим. Ты уверен, что туда? Блин, ну по идее, типа, надо вот туда. Но туда ты никак не выплывешь. Только если ты выплывешь вот туда и там где-то будешь.
Давайте попробуем. Так, быстрое сохранение не получается, да? Окей, давайте здесь засядем и будем ждать кого-нибудь. Ай, страшно. Так, ну вроде все пушки об этом самом. Так, ну пока не мигает, значит он не идет ко мне, да? Так, блин, куда же плыть? Куда же плыть? К зеленому? Реально к зеленому и там... И там пройти по бережку? Или чё? Или все-таки как-то можно проплыть? Так, быстрое сохранение. Просто плыви прямо. Да, подожди, сейчас. Я хочу попробовать сначала. Так. Хотя нет, на прошлой лодке я же сюда приплывала, и там вроде был тупик, да? Сейчас глянем. Не понял. Да что такое, ну путите. Что-то там внизу есть. Это я. Ага, тут тупик. Все, я вас понял. Значит, да, только по суше. Вот видите, как фпсикам плохо? Как они прям... Видно, как им плохо, они страдают и понижаются. Это коридорная карта. Душнило. Я же говорила, я тебе больше не верю. Ты меня вначале подвел, все. Я прислушиваюсь, но я делаю, как я хочу. Да отпусти ты меня нахрен, пирс гребаный! Тут если... Тут не совсем коридорное, тут есть ответвления, которые дают тебе, если ты отходишь от прямой линии, всякие полезные ништяки, по типу там какой-нибудь классной пушечки. Вот, ну чего-то вот такого. Вот. Ой. Вот это хочу. Ну почему не лутает? Ну ладно. Так, главное, чтобы тут никто из болота не напал. Так, а мне тут не надо этот... Ой, это не надо. Да, надо. Так, мне вот сюда надо, да? Это что, змея была? Сука, какая большая мразина, господи! Нет, пожалуйста, не хочу! Господи Иисусе! А это чё? Сука, змеюка, падла, мразюка! Я бегу, куда глаза глядят. Я не знаю, как мне быть. Кто за мной идет? Иди в жопу. Вот сюда, кажется, мне надо, да? Так, давайте сохранимся. В бою... Какой? У меня нет боя никакого. У меня никакого боя нет. Так, змеюки нету никакой.
подлюки. Не люблю змеи, змеи мразотные. Так. Так, это тупик, да? Да? Так, получается, мне не сюда. Чуть-чуть что-то пробежало. Мне прямо... Ой, мне зависло. Что, все? Наигралась? Алло? Походу, все. Ну, оно и время, кстати, да. Да, ну ладно, Alt F4 тогда. А, не работает Alt F4, да? Прикольно. Вебка по-новому очень органично и красиво вписывается в стрим. Ну да, но так, прикольно показывает этот. Она и полупрозрачная такая, и как будто я часть истории. Так, Metro Exodus, закрыть. Все. Короче, чат, игра сама сказала, что нам пора заканчивать. Вот, поэтому спасибо сегодня за просмотр, спасибо, кто были. Спасибо, кто фолловились. Всем новеньким добро пожаловать. Если вы еще не подписались, обязательно подписывайтесь, чтобы нас не потерять. Подписывайтесь также на наш Discord, Telegram, YouTube, группу ВК. Вот. Так, я сегодня должна была сделать пост на Boosty, но я, наверное, уже его тогда завтра сделаю, потому что я сегодня готовилась к стриму. Да, игра пошутила и потушила. Вот, спасибо сегодня большущие за донатики Дексику, Скелмеру и Келану. Вот, вроде больше ничего не было. А также спасибо большое Водке за ресап. И вроде больше ничего не было, да. Извини, что у тебя получилось так с инетом, но ты же не виновата, это, так что не переживай. Ну, блин, завтра, надеюсь, хотя бы будет, но если не будет, что, пойдем опять в метро. Так, на ютубе подписывайтесь, ставьте лайки, показывайте нас друзьям.